правильно ориентировался, как делать или иначе как-то делать было неверно. Вот что вы пытаетесь понять из того, что видите вокруг себя. Но если кто-то уперто считает для себя какой-то поступок допустимым, то неважно, в какой степени он в принципе неправильный этот поступок. Для них, для этих людей, это допустимо. Они не спрашивают, они не пытаются это понять, значит, им надо делать то, что они выбрали, потому что это приведет к каким-то важным для них познаниям. Для них познания. Поэтому во многом вы и не должны менять жизнь, так вот вторгаться. Вы для себя просто пытаетесь понять, если засомневаетесь, а может быть действительно это не может быть. Например, ты посмотрел, нет, у тебя было на затворках понимание, что так делать не надо. Но посмотрев, как люди живут, ты, может быть, где-то засомневался, может быть, можно так. Но тогда ты задаешься вопросом, чтобы для себя понять. Узнавая для себя, ты этим пользуешься. Не, ну не бегаешь с этим и другим не рассказываешь. То есть вы все, каждый, дозреваете до чего-то, что должны лично сами понять и сделать тот выбор, о котором мы говорили. Вы подходите пора к развилочке, где-то начинаете ощущать необходимость сделать какое-то решение. То есть вы делали что-то привычное, а потом раз у вас появилась информация, что надо свернуть. И пук, вы в этот момент немножко притормозились. Вы начали ощущать, что вроде бы надо другое сделать. У вас наступил момент выбора. И вот дальше вы решаете свою судьбу. Вот это ощущение нового выбора, оно как информация звучит, которая чуть-чуть вас тронула, где-то кольнула, задела. Но она не очень желанна. Желанна прежде накатанная ваша. К чему вы до этого предрасположены были. Оно будет желанно проявляться у вас. А это как новая информация. Она только вас задела. Вот то, что вас задело, говорит о том, что вы готовы поменять свою жизнь. Пришло ваше время. Если оно вас вообще никак не задело, это еще пока не ваше. Вы еще пока для этого слабы. Можете втопать в известном вам направлении. Но если вас вот чуть-чуть задело, так это то, что вы уже дозрели сделать какое-то неожиданное для себя решение. Судьбоносное. Готовы сделать? Пробуйте. Ломайте свою структуру. Внутреннюю уже такую установочную изначально от рождения. И создавайте новые свои. Создавайте новые линии судьбы. И готовы двигать в этом направлении. Все равно вы свернете. Ну, чуть сложнее будет потом, больше каких-то сложностей разберете, шишек. Если вам это нужно, если будет вам полезно, набирайте на здоровье. Это все равно порой неизбежно приходится вам делать. Если вы до чего-то не дозреваете, для каких-то новых решений быстро их сделать, то вы должны обязательно будете набрать недостающее. И двигаясь по накатанной для себя, вы это недостающее однозначно будете набирать. Оно будет с большими сложностями. Но если вы это убираете, значит, оно вам нужно. Просто без этого вы не получается не свернете никуда. Но если чуть-чуть есть вот это ощущение готовности свернуть, хорошо будет свернуть. Это мгновение не повторится. Потом будет другое совсем ощущение. На следующий развилке. Но чем раньше вы начинаете сворачивать в нужном направлении, тем сильнее и активнее меняется ваша судьба. То есть вы гораздо больше успеете понять себя. Будьте внимательны. То есть вы идете на камеру, у вас какая-то есть наработка, у вас есть установка внутри, правильность ваших действий. Но давайте еще раз повторим. Но в какой-то момент появляется информация, что сделать надо несколько иначе. Подсказал кто-то. Вы ниже прочитали в чем-то, в какой-то книге, в какой-то газетке, еще где-то. В интернете внезапно столкнулись с какой-то цитатой, но которая показывает, что ваши действия совсем верные, надо сделать чуть-чуть по-другому. И вы это ощутили. То есть оно как-то вам приглянулось. Вы хоть чуть-чуть, но почувствовали, что кажется там интереснее мысли. Все. Вот это мгновение говорит о том, что перед вами стал выбор, и у вас есть возможность начать менять свою судьбу.
дальше уже начнет отклоняться, вы неизбежно будете лететь по своему заказанному направлению. И оно с тем больше вы отходите от этого развилки, тем хуже будет становиться этот голос, и он исчезнет. Он звучит только близко к этой развилке, как маячок. Но чем дальше вы уходите от развилки, тем меньше звучит. Все однажды будет лететь. То есть это не значит, что сделав первый шаг по уже в направлении накатанном, вы тут же потеряете этот голосок. Нет, он еще будет звучать, но он начнет гаснуть. И вскоре исчезнет. То есть у вас как будто бы еще есть какой-то шанс все-таки поменять свою судьбу. Даже чуть-чуть пропустить наиболее благоприятного изменения. Но это требует силы. Заставили себя так делать. Именно заставили. Это будет против вашего желания. Но судьба именно так используется. Многие долгие, окольный путь связан с вашими желаниями и щелчками по лбу за ваши желания. И вы постепенно узнаете, что ваше желание это ничто. Есть правильное движение, а есть ваше желание, которое далеко не всегда соответствует правилам. Поэтому, выбирая желанное, вы, как правило, часто должны будете получить щелчок. И звезды в глазах летают. А вы вроде как хорошо, хорошо, считал все правильно, что я не так делаю. Ну, вы пошли по своему желанию, другому, желанию сладкому, такому, эгоистическому, окрашенному. Что это какое-то грубое нарушение, просто недопустимо для верующего, я не могу. Вы имеете разную степень слабости, где я, допустим, пропуски вам ставлю определенные, с учетом этих слабостей, чтобы не сильно вас сузить, а давая надежду, чтобы вы где-то еще помыкавшись, где-то на затворках, но все-таки смогли сделать шаг нужный и попали в нужное место в нужное время. И вот это и есть тот момент, где ну, вам ставится допустимые такие нормы послабления. Я правильно делаю, что ухожу на обязательный семейный труд, определенный мне 5-6 часов в день. Если у меня дома беспорядок, пыль, грязь, нелеченные дети, у обоих аденоиды требуется массаж, промывание носа, закапывание в нос, ингаляция. Лечить детей обязательно. Следить за здоровьем обязательно. Просто обязательно. Поэтому если возникает накладка в этом случае, то тут вы порой вынуждены становиться не обращать на нее, если вы живете в мире, где стоят очень жесткие условия, вы должны зарабатывать, иначе у вас уходят с работы и так далее, и так далее. Порой вы можете тут попасть в жесткие капкан такое условие, где нужно утверждаться, переживать и не знать, что делать. Ну, я как будто бы прошу вас
Сильнее.